Сейчас тебе еще листочки принесу. Набрала тебе, мама, много. Опа. О. Так рыбу вам вытащить, что ли? Вытаскивай. А? Чего не слышу? Рано? Давай, давай. Вот ты как вот играет. Ой, улетают. Улетают они у тебя. А там и не видно, с чем ты играешь. Дима переодел штанишки, да? Яблоко нашел, Дима. Дима яблоко нашел. В листве, да? Спрячь яблоко в листочках. Спрячь. Вот, прячь, прячь. Хорошенько прячь. Рядом у тебя еще листочки лежат, Дима. Рядышком лежат листочки. Вот они, вот они. Бери их тоже. Вот, прячь яблоко. Спрятал яблоко, Дима. Дима яблочко спрятал, да? Где яблоко? Где яблоко? Вот яблоко. Вот оно яблоко. Спрячь. А! Нет яблока. Нету яблока. А! Спряталось яблочко. Дима его спрятал, да? Спрятал яблоко. Где яблоко? А! Нашел. Вот оно яблоко. Нет яблока опять, да? А вот еще листочки бери, Дима. Еще бери. Еще бери. Еще вон там, ну вот, забирай, молодец. Все, все. Убежал, убежал мячик, убежал. Ой, только туда не надо, в эту. Опа. Ой, опять убежал от Димы мячик. Да что ж такое? Да. Кидай. Кидай мячик. А я пину его, давай. Вот, а мама его пинет. Давай, давай, положи его туда. Ой, кто это тут? А, принцесса.
пришла. Принцесса сарделек. Принцесса сарделек. Не надо на нее замахиваться, Дима. Видишь, ты ее испугал. Она испугалась тебя и убежала. Раз, и ушла на другую дачу. Ушла, испугал ты ее, Дим. Испугал кису. Дима, кушать пойдем? Дима, кушать. Кушать пошли. Пошли, пошли, пошли. Побежал, побежал. Побежал, побежал. Кушать это Дима любит. Все. Побежал, побежал. 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 Не спотыкнись под ноги. Давай, 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 иди дальше. Ребенок. Давай, давай, давай. Чего ты пришел здесь? Киса здесь кушает свои сардельки. Ну ты же не тут будешь кушать, правда ведь? Пойдем туда. Забирайся. Ой, господи. Дима, ай. Идем, идем. Не плачь, идем. Иди впереди. Впереди иди. Принцесса. Пойдем, пойдем. Тут у меня близко. Ну, принцесса моя. Вот. Тут у нас... Как ее? Где ты? Что, жарко, что ли, тебе? Рябинка. Сейчас мы в лесу тоже есть рябинка. Хочу посмотреть, сушеная. На мыша съела. И плачет теперь, да? Ее никто не чешет, а у нее вроде как лишай. Это, а вот она, рябинка. Вон она, рябинка. Надо посмотреть, может, она сухая там. Ну да, немножко уже суховатая. Но ее, наверное, тут все кто угодно потрогал. Да, киска? Лучше насушить самим. Пойдем обратно теперь. Ой, кто-то по мне пробежал. Мур-мур-мур-мур. Худенькая. Феликс был пушистый. Феликс у нас был такой же рыжий. Только порода у него была ангорский. Ангорские они белые. У нас был рыжий. Родители у него прям были папа с мамой белоснежные. А братик у него еще был точно такой же, только черный. Как-нибудь фотографию вам покажу Феликса. Так. Вот он, кстати, разный. Там зеленее, а тут цветы, вернее, тут темно-зеленое. Наберем с тобой сейчас? Сейчас будем набирать. Лови, лови, лови.